Вы видите, друзья, большое строительство, тут громадная такая плаза, вот заборчики строят, что-то строят, а что-то вот уже построили. Это мы находимся в городе Сан-Хосе, и находимся мы у наших друзей в гостях. Вот. И сейчас нам сделают экскурсию, вот тут киса. Киса будет участвовать в экскурсии. Вот это входная дверь. Итак, от входной двери мы как-то так оказываемся в таком месте. Это, друзья, справа, это для кошки. Такое место, чтобы она на нее скакала. Тут стоит такой большой письменный стол. Это бабушка подарила Диме на свадьбу. Так, большой письменный стол. А Дима это первым делом. Ты скажи, мебель отечественная или... Какого отечества? Я не знаю, может быть, с того. Некоторые привозят. Нет, я думаю, что это скандинавский дизайн, что-нибудь такое. Так. А что это вот тут? Вот картина большая. Это еще должно висеть. Так, картина большая. Офис шикарный. Картина напоминает мне вот именно то отечество. Так, как он расположен, сразу. Такой офис, что при нем еще и туалет. Видите, мы на самом деле празднуем сегодня новоселье. Вот ребята только заехали. Тут туалет, но вот ванночка они запрятали. Это один из мастер-бедрумов. Это мастер-бедрум? Один из. Ага, в доме несколько мастер-бедрумов. Да. И здесь еще шкаф есть вот туда. Ну, покажи шкаф. Давайте. Там, наверное, скорее Света, откуда это живопись? Это что? Вот, это вещи сложены. Там. Вещи сложены. Живопись серьезная. Такая крупная рама. Но она любит это. Любит. Хорошо. Ну, офис шикарный получился. Но если это смотреть как мастер-бедрум, тогда получается что? Здесь должно было быть что быть? Какая-то... Здесь кровать, а там что? А там же туалет и клозет. Ага. Но это второй, это не такой большой мастер-бедрум. Я понял. А вот теперь мы попадаем... Как это мы назовем все это пространство открытое? Open space. Open floor plan. Open floor plan. Хорошо. Значит... А короче говоря, не гостиной... Не столовой. Не гостиная, не столовая называется. Значит, это стол, за ним можно культурно кушать. Здесь телевизор, его можно культурно смотреть. Здесь диванчики, на них можно культурно сидеть. Так, друзья, это вот, это сервант, как назвать вещь? Это кьюрио. Как? Кьюрио. Кьюрио. Вот кто из вас кьюрио, пусть знает, что это кьюрио. Значит, это кьюрио. И здесь такая... Объясни, что красота это? Красота там стоит. Вот из этого пьют или что это вот такое? Нет, это красота. Как-то мы называть это... Да, как же, обязательно. Но это советский вариант красоты. Да, это советская красота. Так. Но вы никто не из Одессы тут, нет? Нет. Нет, а так прям... Такая посуда. Когда я делаю коктейли, я такого красивого вообще никогда не делала. Так, тут статуэтки. Бой, тебе надо сидеть. Так, тут кубки какие-то. Вот так, друзья. Теперь вы знаете, что дарить. Знакомым, когда поедете в Америку, допустим, и не знаете, что подарить. Это вот у нас, как бы, та часть, которая кухня, это каунтер. Обратите внимание, что здесь, прямо на нем раковина. Одна раковина, да? Ага, одна раковина. Две? А вторая где? А, ну я имею в виду кран, да. Понятно, вот такая. Так, а это что за шкафы? Там, это не посудные? Посудные. Посудные. Хорошо, это посудные шкафы. Там какая-нибудь посудка. А вы когда переехали тоже? Три месяца. Не прошло 2 года. Понял, это все посудное. Хорошо, хорошо. И обычная, друзья, американская кухня. Микроволновка на 5 этих самых... Горелок. Да, на 5 горелок. Плита, духовка, холодильник. Так, магниты. А сами путешествовали? Да, там, где мы были. Чужого нет тут? Нет, ни одного чужого. Да. Да. Водичку, лед может делать, наверное, да? А может, напоминаю, друзья, что у нас новоселье. У людей новоселье, поэтому у нас тур. Тур такой, будь здоров у нас. Это лестница. Лестница. Так. А тут как зажечь?
Значит, объясните мне вот этот дизайн, что в доме 4 этажа. Три. У нас два. Нет, в доме. В вашей... У нас есть наверху в вот одной там. Комнате есть соседи, которых, кстати, слышно. Так. А в других комнатах крыша? В других комнатах крыша. Слушай, потому что когда соседи, их с одной стороны слышно, с другой стороны не так жарко. Тут, это друзья, игровая. Так, мы пришли снизу. Здесь для кошки игровая комната. Так. Сейчас тебя поймут на русском интернете. Ну, я думаю, что кошке нравится карпет. Он такой хороший, цеплючий. За него можно ногтями цепляться. Вот такой кошачий. То есть у него спальня наверху, бедрум. У него спальня внизу. Вон стройка идет, видите, вокруг, со всех сторон стройка. Это наша так. Да. Тут большая такая плаза состраивается. Хорошо, с кошками мы поняли. Дальше. Это ландри. Да. Вот видите, друзья, это такая стиралка-сушилка, которая двухэтажная. Она как бы так. Вот когда в квартирах устанавливают, вот, то вот так вот любят делать в кондо. Так. Я тут так мы движемся хочу, дальше. Знаешь, когда утром выходит водик, за ним выходит. Я чувствую, что у вас Кузи и тут имеет свое место. Вот это вот песочек. Так, это душ. Какой туалет. Туалет. У вас Кузя мальчик? Да. Мужчина. Вдвоем тут сидят. Так. Это мужской туалет. Это мужской туалет. Туалет. Так. А это моя ебейная комната, но она еще совсем не подготовлена. Тут как-то неприлично. Значит, у нас хозяйка на eBay, не подумайте плохого, на eBay здорова что-нибудь толкать. Не, у меня магазин целый. Да ты что, правда? Правда, вот у меня, видишь, но я сейчас его прикрыла. Магазин? Ну вообще у меня это... Так, а что там у тебя? Обувь, вещи. У меня манекены до потолка. Берешь? Вещи. Где беру, эти знакомые раздают. Так, короче, нет, это eBay-ная. То есть она же магазин. Ой, ё-моё. Ну, хорошо. Вот манекены, так серьезно. У меня это самое, у меня столько так. интересов. Тебе надо видеоканал. Хобби. Тебе надо видеоканал для eBay-ного. Да, ой, это спальня. Так, в итоге мы шли мимо магазина, так, eBay-ного, и пришли в спальню. Вот она какая, спальня, здесь темно. А это не кинда, приквин. Ну да. Ну, ты мне скажи, а где ты мебель берешь? Ты не привозишь ее из бывшего СССР? Из Костки. Из Костки, хорошо. А вот то, что в первом бедруме, в смысле мастер-бедруме стоял офисный такой, это откуда? А, офис нет. Так. Нет. Я, друзья, хочу выбраться вот сюда на балкончик. Да. Я очень давно. На балкончик. Так, оп-ля. Так, тут вот такой пол. Какие-то предметы лежат. Так, пошли на балкончик. Ну, пока что, сами видите, вот такая перспектива с видом на стройплощадку. А там горы красивые. Я повторюсь, мы в городе Сан-Хосе находимся. Вот. Тут все это строится. Да. Вы можете спросить с любопытством, может быть, присущим любопытным людям. Говорит, а почем квартирки? А мы сейчас спросим. Я от вашего имени хочу спросить у хозяйки Майи. Майя, вот если кто-то увлекся вашим жилищем и говорит, а я тоже такое хочу, вот сколько стоит такое жилище сегодня? Вот я не спрашиваю, за сколько вы покупали, а вот если, допустим, пойти... Ну, почему? Можно сказать, мы... Нет, ну вот уже не купишь за те деньги, что мы это? Мы его купили за 742. Так. 31 декабря. Год назад, вы только въехали. 31 декабря. Я понял. 9 месяцев прошло. Да. Сейчас оно стоит 988. То есть явно подорожало. Ну да, на 200 тысяч. Так. На 240. Если кто-то будет зевать
И еще ждать будет? Уже их нету, они все солдаты. Нет, так еще строят? Строят нет, же? Уже все, уже даже модел. Я хотела модел показать. То есть продано то, что... Написано модел солдат. То, что строится, уже продано, друзья. Оно... Не успели еще даже. Да, но на самом деле, что будет, будет вторичный рынок. Люди, которые сегодня купили, они потом захотят продать. Безусловно. Так, мы вернулись в коридорчик, а можно из которого пришли. Конечно. Шкаф сделал, только осторожно, да? Так. О, надо. Тут шкаф. Это Вовчик сам сделал. Светочка, Светочка. Мы не должны показать Вовчика в шкаф. Да. А что значит сам? Он сам внутри полки повесил. Все сам делал, вообще пусто, пусто было. То есть он рукастый. Смотри, такой. Не, как он здорово, ты видишь, он подпилил все аккуратненько. Друзья, я хочу сказать, что вот, пожалуйста, программисты, могут и вот и ручками, и плотницкие классно. Работы тоже там выполняют. Я правда горжусь. Ты вот. Да. Нет, удобно. Он собрал его из деталей, которые вот идут. Вот в Айке мы отдельно все покупали, понимаешь? То есть это не были ставки? Нет, нет, это только доски были. Ящики были же с отдельно ящики, и отдельно механизмы. Ящики были в досках, он их собрал. Да, да. И сам он, Я надеюсь, что вы за мной проследили. Значит, у нас было 4 бедрума, из которых 2 мастер-бедрума, один на первом этаже. И было 3 туалета. С половиной. То есть народу можно разместить по туалетам целую толпу.